Четверо из моих 15 детей, Алексеев Егор Владимирович, мой 10-й ребенок, 6-й сын, Алексеев Король Владимирович, мой 14-й ребенок, 8-й сын, Алексеева любимица, красавица, умница, мой 13-й ребенок, 6-я дочерь, Алексеева Мария Владимировна, 9-й ребенок, 4-я дочь. О, молодец. Собрались на кухне, и Егор научил короля играть на аккордеончике, а Мария, любимец, красавица, умница, на аккордеончике. Сейчас послушаем, как они играют картошку. Королечек, давай. Ну хорошо, для начала. Теперь любимец, красавица, умница. Вот видите, как хорошо, когда многодетная семья, 15 детей, отцу даже делать ничего не надо, младшие, еще более младших учат. Для 4-летнего короля играть так на аккордеончике нормально, чуть постарше его любимец, красавица, умница, тоже ничего. Это за сколько вы тут? За один день, за полтора, или за сколько вы учили-то? За один день вы учили, ну, еще впереди, за два, за три, за четыре. Будут к 1 сентября где-нибудь в школу пойдут, будут играть совсем замечательно, да? Любимица у нас играет где на трубе, на ударных, король у нас лучший ударник, танцуют все, но на аккордеончик только начали. Всем советую заводить много детей, и тогда легко жить.